Мы летим в Карпаты. Бабочки в животе, уже не те, бабочки в животе, уже не те, бабочки в животе, уже не те, и поэтому... Взял папу, и с папой летим в Карпаты, потому что папа нас отвозит в Карпаты на самолёте. Сразу такая добрая, такая камень включаю. Да, я на самом деле злая. О, да, ты на самом деле злая. Да. Он впервые сегодня меня поцеловал. Ага, рассказывай, рассказывай. Это все для пятого. В общем, мы влетаем в Карпаты на самолете. Да. Кто-то летал в Карпаты на самолете? Да, так, на папин самолете. Папин танк. Как называют? Подожди. Папа тебе кто, если мы поженимся? А как он? Папочка. Шуга дэдди. Нет. В общем, мы собрали все вещи. Это чудо мне вчера, позавчера компостировало мозги по поводу того... Ты собрал вещи. В итоге он собрал в самый последний момент. Собрал их. В общем, я-то собрал, я знал, что мне брать. Вот, поэтому мы сейчас потихоньку собираемся и выезжаем. Мы уже прикатили к нашему самолетику, на котором мы полетим в Карпаты. Самолет. Это самолет нашей семьи. Это вертолет. Вот, там еще разогревается самолетик. Тут только что вот этот огромный жужжал, как пчелка. Это не каглай на самом деле, вот это мельпоп. Мы в семействе... Значит, тогда муха. Нет, не каглай, пчела, он эволюционировал. А, уже? Вот. Ой, нет, блин, это было... Мы в семействе никоглая. Никоглай. Это же никоглай. Нет, это его... Это его армия. А у нас маленькие команды. У нас муха как раз. Трехместная муха. Сейчас потихоньку собираемся, я так понял, мы заправляемся или он заправлен, я не знаю. Вот. Сюда у нас поместилось почти все. Да. Это меня и радует. Наш, ручная кладь, мы взяли, короче, еды. Еще с нами какой-то чувак будет лететь, мы ему еды взяли. И воды. Свей! Главное сейчас сходить поставить, потому что будет не очень. Тут очень жарко. Этот, а еще у нас были такие контры с таксистом только что. Беги. Я вам расскажу чуть позже, когда будет более спокойно. Вот. Бабочки в животе. Чё ты, пилот? Всё, я сажусь на передние, я буду рулить. Хоба, хоба. Уже не те, бабочки в животе. Уже не те, бабочки в животе. Уже не те, и поэтому одна. Танцую в темноте, бабочки улетят. А тут на минуточку, чтобы вы понимали, рулила Лиза. Она рулила, наверное, минут 15. Вот, и у нее это офигенно получалось, но я боялся, что мы умрем. Лиза только что управляла самолетом и чуть меня не убила. Обалдеть. В смысле? Я шучу. На самом деле... Стёрта, я классно вела. Кстати, папа даже, она когда умничка. Ему что-то надо, там было в телефоне, папа такой, Лиз, посиди за мной. Да, я видел. Она вообще, сколько, на минут 15 она где-то летала. Да. Вот, это было офигенно. Вот, а еще ее папа делает экскурсии. Plan Ukraine, я ссылочку оставлю и в описании. Вы можете... стать пилотом, как папа. Да, он проводит курсы и так далее, поэтому я оставляю ссылочку, там будет вся информация. Но это очень круто, честно. Иметь свой самолет и уметь водить, это страшно, но, блин, если ты это умеешь, это офигенно. Да. Теле. Нам прилетели. Да, мы прилетели. Наконец-то мы скоро доберемся до места, мы очень устали. Да, нам где-то еще полчаса ехать. Я очень сильно хочу покушать, потому что отель там, где мы сейчас будем, мы там были уже несколько раз, там еда самая лучшая во всей Украине. Тут очень красивый вид. Поселимся, я включусь. И это марафон влогов, я напоминаю, вас не будет каждый день. В общем, монстры. Назвал подписчиков монстрами. Могу себе позволить. О, подожди, это ли он же тот парень, который... Не-не-не-не. Не обнимает, не целует, нет? Не-не-не-не-не-не, который не делает никаких подарков, да. Меня так сильно любит Лиза, да, я использую. Что? Так подписчики пишут. Дебилы. Я хочу снять про это видео. Дурни. Дебилы. Я уже сказала это. Вот, вы просто не знаете... Ничего. Вот.
Я как Моргенштерн. Ты скажи вообще, что ты хочешь сказать. Я хочу сказать то, что я никогда не показываю подарки, которые я дарю. А сказать-то что? Вот. Чтобы умники не писали маленькие. Давай же договаривай, я хочу кушать. Кушать хочу. Я тебя буду обнимать еще 1:20, чтобы мы опоздали в ресторан. Пока. В общем, я хочу сказать, что мы заселились. Swag. Отель просто swag. Но я его покажу в следующем влоге, потому что я swag. Такая мразь. Swag. Я напоминаю про марафон влогов, они будут супер часто. Swag! Давай вот. Быстрее пожалуй. Поэтому, если этот ролик наберет много лайков, то я снимаю рум-турчик. Ставьте лайк, ставьте лайк. Всем привет, и вы видите мое опухшее лицо. И ее опухшее лицо. Мы, короче, очень опаздываем на завтрак. Нет, через 2 минуты. Ладно. Максимум. Видите, какой я опухший, капец. И она тоже. Мы идем кушать. Вот, сейчас мы покушаем. Лиза почти упала. Я снял. Блин, вот это поддержка, я понимаю. Вот. Поэтому мы сейчас покушаем, покажу, что нам дают на завтрак, а потом приведу в рум-тур. Поебалу дают на завтрак. Я это вставлю. В общем, идем кушать. На чем ты включил? Чтобы снять ту, какая ты есть. Красотка. О, красотка. В общем, вот так у нас выглядит. Столом. Вот. Ей принесли йогурт, а мне тоже. Нет. Я ей свой отдал. В общем, сейчас нам принесут яичницу. Не ага, я тебя буду близко снимать. Не надо. Короче, она вредина. Сейчас нам все принесут, и я вам покажу. И потом мы пойдем куда-то собираться. Она хочет спать. Нет. Спать. Нет. Спать. А кто из нас любит активный отдых? Я хочу отдохнуть. От чего? Отстань. Лиза показывает, какая она красивая. Меня тут захейтили за то, что я выгнула сильно. Для меня это нормально. Вот сюда знали мы бы, пойдем. Как она выгинается? Нет, вообще. У нее со спиной просто габелла. У тебя есть какие-то фотки, где ты прогнута? Нет. Но это прикольно. Вот, нам принесли хлебушек, сырок, колбаску. Я сейчас сделаю нам бутерброды, потому что я забочусь о нас и от наших отношений. А я не забочусь. Сейчас я сделаю нам бутерброды, потому что я забочусь о наших отношениях. А ты не забочишься от наших отношений, поэтому бутерброды делаю я. Тебе с черным хлебом? Мы снимаем Optimus Gang. Мне можно половину черного, половину белого? Нет, давай с каким-то. Давай. Да, мне быстро с каким-то. А то есть ты себе возьмешь целый кусок маслица, а мне дала вот этот кусочек маслица. Сидим с Лизой, тут пердим. Ну да, кто сидит, кто бутерброды делает. А я тебе помогу сейчас бутербродом. Нет. Я делаю сама, тебе это с чем? Мое... Тебе белый или черный? Мне черный. Я тоже черный. Так я же тебе тоже с черным. И я тебе делаю с черным. Оп, вот тебе. Оп. Нет, зачем так много? Нет, ну зачем так много? Да ладно, я убираю. Не ной. Ага. Куда ты? Еще по стопу. Вот я делаю Лизе с любовью бутерброд, а она мне делает не очень, наверное. Сейчас будем пробовать тебе решать. С сыром? Нет. А с чем? С колбасой. А тебе с чем? С сыром. И все? Та-да! Я сделал Лизе сэндвич с большого сыра, так, потому что я ее люблю. Я такой не ем. Оп, оцените, у кого а сэндвич смотрите, лучше. Как красиво у меня вышло. Ну, как-то вот я тебе сделал. Хорошо, обменяйся. Я хоть тебе делал
хоть и... Так у меня тут, ну, трабл, короче, случился, вот так. Ну, и что это? Ну, оно развалилось. Я тебе сделал double two cheese, а ты мне сделала просто double колбаски украинские. Ладно, короче, я уже в номере, покажу вам этот. Скажите мне, я вам скажу, наш номер.